Вы еще при этом еще в общежитии живете? Да. Простите, а вы к какой области относитесь? К Владимирской. От имени всех, кто сидит в этой студии, от имени всех зрителей Первого канала, я сейчас обращаюсь к губернатору Владимирской области. Мать с тремя детьми живет в общежитии. Когда Юлия Черняева собиралась на поле чудес, у нее не было мысли о том, чтобы рассказать о своих жилищных проблемах на всю страну. Это получилось случайно, рассказывает многодетная мама. Она даже постеснялась признаться Якубовичу в реальных цифрах своей зарплаты. На полставки Юлия работает педагогом в народном хоре и получает лишь 2900 рублей, хотя в эфире сказала, что зарабатывает 7. С мужем и тремя детьми они уже 2 года ютятся на 36 квадратных метрах в общежитии ПТУ. Многодетной семье приходится жить в спартанских условиях. Газа нет, а отопление работает плохо. В общем, в коридоре всегда холодно. В комнатах семья согревается только за счет постоянно работающих обогревателей. С тем, чтобы помыться, тоже проблемы. На 6 семей в блоке один водонагреватель. Детей приходится мыть быстро, потому что очень холодно. Элементарно закутываем их после ванны 1-го, 2-го, 3-го бегом-бегом в одеяло и несем быстро в то крыло, потому что очень холодно. Жилье в ПТУ временное, но никаких перспектив по переселению многодетной семьи нет. Добиться получения собственных квадратных метров от государства Юлия пытается уже больше 3 лет. Когда она была беременна 4-м ребенком, ее нервы от бумажной волокиты и постоянных отказов чиновников просто не выдержали. И случилась трагедия. На 8-м месяце беременности проходила комиссию, ребенка потеряла в связи, опять же, с этой комиссией, с ихними отказами. А именно о земельном участке, о маневренном фонде, ну, какое-то жилье, чтобы не предоставили никому. Городской администрации Юли не раз напоминали о том, что у нее уже есть квартира, причем не маленькая. Но это жилье родителей девушки, а она там просто прописана за неимением собственного. На самом деле у меня 2-комнатная квартира, раздельная. В ней прописано 7 человек, Юля со своими ребятишками. И помимо этого мой супруг и моя младшая дочка. Проживать все мы вместе – это очень тяжело, потому что 2-комнатная квартира, для детей должны быть созданы специальные условия. В администрации города Струнино нашей съемочной группе оказались не рады. Глава администрации Александр Дмитриев от комментариев отказался. Здравствуйте, Александр Дмитриевич. Да. Здравствуйте, 6-й канал. И что? Некогда, я уезжаю. Глава администрации быстрым шагом вышел из здания и прыгнул в нагло припаркованный у самого входа автомобиль. Однако прокомментировали ситуацию в областной администрации. Как нам пояснили, губернатор уже в курсе обращения Леонида Якубовича. Но помочь многодетной семье Светлана Орлова не в силах. Нет законных оснований для областной администрации откликнуться на просьбу уважаемого телеведущего. Полномочия, связанные с предоставлением жилья в данном конкретном случае, относятся к местным органам самоуправления. Но так как от местных властей до сих пор ничего добиться не удалось, Юле и ее супругу остается надеяться лишь на себя. В этом году семья получила земельный участок на окраине города. Но даже с учетом материнского капитала построить собственный дом супругам не по карману. Ольга Федина, Константин Миронов, 6-й канал.